Внимание, данный проект получился безумно большим по продолжительности и поэтому выходит частями. На ваших экранах седьмая часть. Ссылочки на другие части вы найдете внизу в описании. Там же есть ссылка на плейлист, если вам лень смотреть каждую часть в отдельности. Можете просто нажать на плейлист и смотреть все разом. В общем, рекомендую вам посмотреть сначала прошлые части, прежде чем приступать к этой. Иначе многие моменты для вас будут непонятны. Да безумно много моментов будет непонятно, честно. Ну а для тех, кто ждал продолжения, продолжение вот оно на ваших экранах. И я вам напоминаю, 1500 лайков, я иду записывать новый видеоролик по данному проекту. В общем, ладно, не буду вас отвлекать, приятного вам просмотра. Наверное, уже это входит в традицию, начинать новый сезон с нового предсезонного турнира. И да, в этот раз ничего не меняется, как всегда, самый дорогой предсезонный турнир, и как всегда, деньги клубу безумно нужны. Но нужны в этот раз не на трансферы, а на нечто особенное. В этом сезоне нам дают 169 миллионов, но тратить, наверное, их не на кого будет, потому что, друзья, я что-то не понял. Мои скауты ищут каких-то игроков стрёмных и низкорейтинговых. С этим мы обязательно разберемся. Но это будет позже. Друзья, скоро 14 февраля и 23 февраля. То есть это день всех влюбленных и день защитника Отечества. И у меня для вас подгон в виде 6% скидки на покупки от 1000 рублей в магазине Литуаль. Порадуй себя и своих близких, сделай подарок себе любимому или своей второй половинке. Ну и также вы можете рассказать об этом подгоне 6% своим родителям, друзьям, бабушкам, дедушкам и так далее, чтобы они сэкономили на покупке духов. Ведь 6% все-таки это нормальная сумма. Например, если духи стоят 3000 рублей, то скидка будет 180 рублей. Я считаю, что сэкономить 180 рублей – это неплохо. Чем вообще не экономить? В общем, промокод на ваших экранах. Вводите этот промокод на сайте Литуаль. Туда вы можете перейти по ссылочке в описании, либо в закрепленном комментарии. И получаете скидку при покупке. Ведь в Литуаль вы найдете огромный ассортимент классных брендов на любой вкус. Почти 200 эксклюзивных брендов, которые можно купить только в Литуаль. А также это классные современные магазины. В общем, переходи по ссылочке, вводи промокод и покупай подарок своим близким, либо себе сделай подгон. Но мы продолжаем наш видеоролик. А на данный момент давайте взглянем на задачи. В этом году задачи меня не совсем радуют. Выиграть Лигу Чемпионов, они там что, с дуба рухнули? Выиграть Emirates Cup и закончить в премьер-лиге в зоне Лиги Чемпионов УЕФА. Охренеть. Да, в этом году задач так таковых нет насчет чемпионата. Ну, то, что там определенное место занять, либо выиграть чемпионат. Но зато есть задача выиграть Кубок Лиги Чемпионов. Что, блин? Я для себя лично ставлю задачу выиграть чемпионат. И тем более, что наш клуб уже готов, в принципе, бороться за чемпионство. В прошлом году это была вторая строчка, неожиданно для меня. А в этом году я ожидаю, как минимум, место в топ-3. Ну и, как максимум, чемпионство, конечно же, от клуба. Развитие молодежи, популярность марки, финансы, какие-то совершенно глупые задачи в этом сезоне. И я как-то не хочу на них акцентировать никакого внимания, честно. Ну и, друзья, проигрываем мы с Трецком предсезонный турнир, по сопернике были слишком топовые. Да. Ну и не продаем нашего центрального защитника. Важного центрального защитника, который еще и является нашим капитаном и самым возрастным игроком в нашем составе на данную минуту. Именно в основном составе. Потому что в основном у нас, конечно же, молодежь. Набрали мы в свое время много молодежи, которая постепенно выросла и выросла в хороших игроков. И я считаю, что, друзья, много игроков в нашем составе недооценены мировой общественностью, да и, в принципе, зрителями. Потому что мне даже в первом выпуске писали, нахрена ты покупаешь Хименеса? Ведь ты же понимаешь, что он нифига не будет развиваться. И что? Посмотрите на его рейтинг-то. 91 на данную минуту. И я уверен, что в этом сезоне он еще прибавит. Про Гудмана в прошлом выпуске писали, что это совсем дно игрок, и что развития у него никакого не будет. Я вполне уверен в нем, и поэтому я его и подписал. Подписал в основу, потому что вижу в нем крутого игрока на будущее. Ну и, конечно же, Педри. Педри — это наше самое лучшее приобретение за последнее время, потому что мы купили уже состоявшегося игрока, и, в принципе, никуда продавать его и не собираюсь. Хоть он в цене растет каждым годом все больше и больше. Ну и также капитан нам сообщает, что хочет увидеть каких-то действий в этом году, хочет увидеть какого-то движения нашей команды в этом году, хочет видеть команду в верхах. Ну, я ему скажу, что, в принципе, я над этим работаю, и
в ближайшее время он увидит изменения. В скобочках нет. Также я решил поискать свободных агентов, но на кого-то дельного так не наткнулся. Действительно, очень-очень донные игроки приходят к скауту, да и скауты ищут очень донных игроков, поэтому с этим надо как-то бороться. Но бороться буду чуть позже, когда выясню, в чем причина, блин. Ну и тут Кай Прайс может уйти в Интер, но он никуда не уйдет, я собираюсь оставить себе этого игрока. Он не ушел в Реал, он не уйдет в Интер, потому что я вижу в этом игроке тоже потенциал такой же, как у Гудмана, может быть даже выше. Продлеваем контракт Хименесу, и будет у нас получать зарплату в размере 300 тысяч, как Лео Месси, в принципе, когда-то получал, и сейчас Хименес играет примерно на его уровне в нашем составе. На уровне нынешнего Месси, который в реальной жизни. Да и отступные сейчас у Хименеса 422 миллиона, ни один клуб в мире такие отступные не заплатит. Ну, если только не ПСЖ, да. Ну и продлили, и мы там также с другим игрокам контракты, потому что реально контракты стоило продлевать, и вы сами понимаете, что основных игроков нужно оставлять, а вот игроков, которые в принципе нам не нужны, нужно продавать. Того же Медлея, того же Тавареса, того же француза Баптиста Канелеса. Этих игроков нужно продавать, тем более, что многих из них мы брали по дешевке, а кого-то вообще взяли бесплатно. В общем, всех игроков этих продаем, всех игроков продаем по тем ценам, за которые хотят купить. Не возникаем и, в общем, со всем предложением соглашаемся. Также скаут нашел супер перспективного вратаря. Это Мейсон Фокс. Этого паренька я хотел бы сразу подписать, но, к сожалению, я не имею права этого сделать, потому что ему всего лишь пока 15 лет. Поэтому продолжаем, друзья, искать молодых игроков, продолжаем отдавать наших игроков в аренды и пытаться договориться, так сказать, на лучшие условия. Ну и центральный защитник теперь уже благодарит нас. Наш капитан Аксель благодарит нас за хорошую работу. Я, в принципе, ничего и не делал. Я просто избавился от лишних игроков, да и все. Но ситуация в клубе вроде как улучшилась. Продолжаем продавать, но в Витберна мы ни в коем случае не продаем. Костяк команды сохраняем. Я собираюсь сохранить этих игроков для будущих достижений. У нас там впереди в планах победа в Кубке Лиги Чемпионов, победа в чемпионате, победа в Кубке Emirates Cup. Так что ни в коем случае нельзя отступать. И тут выяснилось, в чем оказалась причина всего этого трэша, который происходил с игроками, которых искал скаут из других регионов. Искал он вроде бы как супер крутых для новоселения основы. Но как оказалось, он искал плохо. И в этот раз мне пришлось взять уже такого специального скаута с 5-звездочными скиллами. Это опыт и решение у него по 5 звезд. Это был один скаут. И второго я хотел такого же взять, чтобы слить деньги тупо на скаутов. Но пока я повременил с этим. А остальных я, наверное, чуть позже уволю. И вот остается ровно час до конца трансферного окна и главной сделки этого сезона на ваших экранах. А что отметить могу? То, что Саганков теперь играет в другом клубе. Да и, в принципе, все. Остальные даже игроки, ну, некоторые игроки мне неизвестны. Ну а наши трансферы вот на ваших экранах. Тут, кстати, нужно будет вам внимательно посмотреть, кого мы в итоге убрали из состава, потому что здесь есть на кого посмотреть. А на того же Тавареса, который ушел, есть Медлей. Да и, в принципе, француз наконец-то мы отдали. То есть мы, по сути, наварились на этих игроках, потому что, по-моему, мы их всех покупали за 0 евро. То есть мы их забирали бесплатно, как свободных агентов, и сейчас мы их продаем за хорошую сумму, я считаю. Заканчиваем трансферное окно. И, друзья, смотрим на нашу прибыль. В этом сезоне прибыль составляет 106 миллионов. Класс. Также в прошлом сезоне мы пробились в Лигу Чемпионов, именно в групповой этап. И в этом году наша группа выглядит следующим образом. В нашей группе играют такие команды, как Генк, Милан и Динамо Киев. Группа простая, я считаю, что мы должны выходить с первой, со второй строчки, и никаких препятствий на своем пути вроде как не должны встретить. Но посмотрим. Впереди очень тяжелая половина сезона. И вот проходит первая половина сезона, и, друзья, результат этой первой половины на ваших экранах. 47 очков мы смогли добыть после 21 тура. Хороший результат, считаю, но, в принципе, можно пободаться тут с Манчестер Сити за первую строчку, и я думаю, что это еще не все. Битва не окончена. Но ситуация в группе Лиги Чемпионов следующая. Мы смогли набрать почти максимальное количество очков в нашей группе. Мы обыграли Милан со счетом 3-1. Мы обыграли Динамо Киев со счетом 1-0. И в принципе единственная наша ничья, это была ничья с Миланом в ответке. Ну то есть, когда мы играли, по-моему, на поле Милана. В итоге в 1/8 финала Лиги Чемпионов мы попадаем на Атлетико Мадрид. Не лучший клуб для нас. Не лучший, совершенно не лучший, потому что этот клуб имеет стальные яйца. Да.
Ну и также молодежь продолжает развиваться. Неожиданно для меня Фоксом что-то произошло просто существенное, крутое. И, друзья, взгляните. Вы только взгляните на его рейтинг. 91-94. У Джонса 87-93. Кстати, у Джонса не факт, что такой будет рейтинг. Потому что то, что сейчас Джонс показывает такие результаты, это далеко не факт, что он, в будущем у него будет именно такой потенциал. Я знаю этих игроков, которые сначала имеют один потенциал, потом неожиданно вдруг становится он выше, и тут же вот подлянка есть. Если мы подписываем этого игрока, через несколько лет он выше 60 даже не поднимается. Фокса мы 100% будем подписывать, этот игрок просто прибавляет на дрожжах. А вот что касается Джонса, ну тут, конечно, думать нужно. Александра Пейна мы отдаем в аренду. Ну и, друзья, остается ровно час до конца зимнего трансферного окна. В этом трансферном окне я ничего толком не делал. Но делали остальные клубы. И, в принципе, друзья, наши трансферы вас особо не поразят. Все, что происходило, все происходило в первом трансферном окне летнем. А так мы просто одного единственного игрока отдали в аренду в этом трансферном окне, и все. Заканчиваем трансферное окно. И опять пришли новые отчеты. И пришел новый игрок в основу. Кларк с потенциалом до 91. Ладно, Джонса я решил все-таки подписать. Также Причарда будем подписывать. В общем, неплохо скауты поработали в этом году с молодежкой. И, в принципе, смогли как-то ее, друзья, поднять. Молодежь важна, молодежь нужна. И это реально будущий костяк. Основа, потому что сейчас все игроки, которых вы знали, они стареют. И к 2030 какому-то там году этих игроков, возможно, уже и не будет. Будут одни регены, поэтому, друзья, смотрим за этим проектом внимательно. Может быть, кто-то из игроков вам действительно в будущем и встретится, когда будете играть именно вы. Ну а наша прибыль после этой половины сезона равняется 289 миллионов. Заработали мы кучу бабла, но на что тратить пока не ясно. Может быть, построим когда-нибудь новый стадион. Ну а сейчас очень важная половина сезона впереди. Впереди битва за АПЛ. Впереди битва за Лигу Чемпионов, именно за выход в финал. Ну, к нам бы 1/8 пройти, на самом деле. И впереди битва за Emirates Cup. Carabao Cup нам не нужен особо, я уже даже не смотрю на этот турнир толком. Нам нужен Кубок Англии, Emirates Cup, который. Нам нужен Кубок Лиги Чемпионов и нам нужен Кубок КПЛ. Так что приступаем к великой половине сезона. Она действительно для нас должна получиться великой. Вперед! Ну и, друзья, проходит заключительная половина сезона. Заключительная половина сезона 2028-2029. И остается последний матч, ребята. Последний матч, где мы будем играть в финале Кубка Emirates. Прошли мы финал и там встретимся с West Ham United. Carabao Cup победу одержал Тоттенхэм, ну а мы вылетели на стадии третьего раунда от Sheffield United. Суперкубок УЕФА взял Ливерпуль. А в финале Лиги Чемпионов встретятся Боруссия Дортмунд и Милан. Кстати, друзья, мы вылетели от Атлетико Мадрид на стадии 1/8 финала. И вылетели по голам на чужом поле. Да, выиграли сначала 2-0, потом проиграли 3-1. Вот так вот нам не фартануло. Но ничего, впереди еще несколько сезонов у нас есть. Я очень надеюсь, что в скором времени мы, друзья, возьмем Кубок Лиги Чемпионов. Ну или хотя бы выйдем в финал ЛЧ. И самое интересное, то что произошло, забыл вам показать. Это, друзья, победа в Премьер-лиге. Болтон официально чемпион АПЛ, и мы поздравляем его с таким достижением. Это лучшее достижение Болтона на данный момент. Класс. Я думаю, что это достойно лайков. Вот такой вот мы состав построили, что в итоге Болтон теперь чемпион. И посмотрите внимательно на этот состав. Вот так вот он выглядит. И тут просто фантастические игроки. И вы только посмотрите, сколько игроков у нас есть рейтингов 90. Офигеть. Хименес и Паласиус вообще неожиданно для меня сильно прибавили. И да, Зоре требует трансфера, требует, куда он только не требует, чтобы его отдали. И в Монако хочет, и в Рому хочет, и вообще хочет уйти. Я, наверное, продам его, потому что у меня есть, друзья, игроки молодежного состава, поэтому Зоре мы продаем. Уйдет он в Монако, и я думаю, что после этого он перестанет ныть о том, что его недооценивают, ему не дают играть и так далее. И вот такую вот сумму мы, друзья, конечно, заработали. И заработали благодаря мерчендайзингу. Клуб стал очень популярным, и тут уже нужно задумываться о том, чтобы делать стадион побольше. Вот так вот. Билеты продаются просто с какой-то невероятной силой. И плюс еще и продается мерч игроков. В общем, команду
любят. А теперь мы еще и чемпионы, так я думаю, что впереди ждут нас еще и контракты и так далее. Многих игроков мы не будем продлевать, там, по-моему, 3 игрока, которых мы не продлеваем, поэтому у нас и рейтинг из-за этого низкий. Почему-то у Болтона, у руководства Болтона во главе стоит именно состав, а не достижения. Вроде бы все хорошо, но руководство все равно что-то не устраивает. А что именно, наверное, узнаем после этого матча. Сейчас выходим на поле. Финал Эмирейтс Кап, Болтон, Вест Хэм. Вот так вот, друзья. Финал в этом году выходит Болтон и Вест Хэм Юнайтед. Вот этот кубок достанется сегодня одной из команд, а кому именно, в скором времени узнаете. И вот так вот, друзья, шли команды к этому финалу. У Вест Хэма интересный путь, на самом деле. Посмотрите, от кого отлетел Арсенал. От Бристол Сити. Вот такие вот дела. Мне даже интересен состав Вест Хэма, потому что, в принципе, состав, конечно, изменился, наверное, до неузнаваемости. Вряд ли там остались те самые игроки, которые были у них в начале нашего проекта. Наш состав вот на ваших экранах. Взгляните внимательно на игроков, которые тут есть. И я отмечу, пожалуй, то, что сегодня, друзья, я хочу попробовать Гудмана на правом фланге. Опять мы, в общем, заменим во второй половине, а вот Гудмана выпустим. Ну и вот эти вот игроки сегодня будут играть и будут пытаться завоевать кубок. Ну а состав Вест Хэма сейчас увидите, друзья, через несколько секунд буквально. Вот он, состав Вест Хэм Юнайтед, и я отмечу то, что в воротах у них сегодня играет честный. Крис Рамос, Ковентри, Нева, в общем, очень много игроков, которые весьма интересны. Кстати, Домбеле у них является капитаном, а Джеймс у них играет справа. В общем, игроки-то, по сути, все известные, и я думаю, что, друзья, многих игроков вы знаете. Им, наверное, уже за 30-ку точно. Честно, уж так точно должно быть за 30-ку, а вот насчет остальных, ну, не уверен. Домбеле, наверное, тоже за 30-ку. В общем, игроки возрастные, и, в принципе, друзья, у нас-то вон центральный защитник уже порог в 30 лет преодолел. Скоро уже 31 будет. Ну, у Вест Хэма, наверное, и подавно. Но сейчас не дело в возрасте. Сейчас мы должны сосредоточиться в первую очередь на игре, потому что впереди у нас очень важное противостояние. Нужно брать кубок и тем самым завоевывать дубль. Ведь дубль — это будет просто огромным достижением. Педри. Отличная передача на Витберна. Ой-ой-ой, Педри здесь помешал. Тихо, аккуратней, парни. Играйте слаженно, не торопитесь. Впереди много времени, чтобы раскрыть соперника, чтобы вскрыть их оборону. Так что не торопитесь и играйте без суеты. Витберн. Фергюсон с мячом. Фергюсон, это что за хитрый удар? Это что такое? Вы видели, что натворил сейчас Фергюсон? Невероятный мяч залетает в ворота. Честный. И он вообще не ожидал такого. Он думал, что это больше похоже на подачу и неудачную подачу. Но Фергюсон всех обхитрил. Вот это великолепный выстрел. Даже сказал бы не выстрел. Это, скорее всего, завесушечка такая получилась прям в ворота. И это просто невероятно, друзья. Не разобрались игроки Вест Хэма и... Вот такой вот курьезный мяч залетает в ворота. Вот такие вот дела. Льюис Фергюсон, первый мяч в Эмирейтс Кап. Я, конечно, друзья, не ожидал такого от Фергюсона. Паласио сделает подачу, удар, и тут рукой сыграл. Тут рукой сыграл и футболист Вест Хэма. Вот так вот и творится история. Бруно Фукс играет рукой. Ну да, конечно, прям рукой взял, движение сделал. И такой, типа, я тут не при делах. Будет Хименес пробивать. Давайте посильнее долбанем. Что, прям совсем в угол хорошенько залетел мяч? Нет, честный затащил. Вот так вот. 2-0 не удалось сделать. О, опять тут, конечно, рисковато сыграл. Да, пока первая половина, конечно, не воодушевляет меня. После забитого мяча мы вроде бы могли забить и второй. Но, к сожалению, игра затихла. Ничего толком не происходило после тех двух моментов. Я бы сказал, поворотных моментов. Игра успокоилась и уже не так выглядит активно. Да, мы играем, кстати, очень агрессивно, я это уже подмечал в прошлых выпусках. У нас очень агрессивная игра, но, блин, по-другому и никак в Англии. И вот отличная передача на Хименеса, может быть, сейчас что-то получится у нашей команды. Хименес разворачивается, Хименес, отличный момент, и какой выстрел Хименеса, господи, господи, в тот же самый угол пропускает сейчас честный. И даже, в принципе, у него не было шансов достать этот мяч. Если после отбитого пенальти честный как-то себя восстановил в глазах болельщиков, то сейчас, мне кажется, он опять упал. Хотя нет, друзья, здесь, наверное, все-таки был неберущийся удар. Очень сложно было, честно, как-то затащить. Да плюс ему свой же игрок, Фукс, кстати, помешал прыгнуть нормально. Поэтому я думаю, что стоит винить все-таки Фукса. Не дал он ему прыгнуть. Не дал, заблокировал, и тем самым Фукс антигерой сегодняшней встречи на данную секунду.
И что будет дальше, пока непонятно. Ну а после первой половины счет на табло 2-0 в нашу пользу. В принципе, пока все хорошо. Соперник даже не атаковал толком. Хоть и владел мячом больше. Так, во второй половине обещал выпустить Гудмана. И, наверное, свое обещание я сейчас выполню. Я бы еще Прайса выпустил вместо Витберна. Посмотрим, что из этого выйдет. 2-0 комфортный счет. Я думаю, что такое преимущество не должно упустить. Но все может быть. Все может быть. Бруно Фукс. Странно, что этого парня еще не заменили, потому что, ну, косячит он, конечно, сегодня изрядной регулярностью. Паласиос делает подачу в центр, ну, и сейчас забивать нужно. И что? Что там было? Че, все? Офсайд было или что? Что произошло? Почему судья свистнул-то? И тут снова играет рукой футболист Вест Хэма. Ну, им что-то с руками надо делать. Что-то нужно делать с руками, потому что игра, конечно, очень интересная сейчас происходит. Посмотрите. Ну... Кстати, непонятно, на самом деле непонятно, все-таки была ли намеренная игра рукой, но у меня все-таки в руку угодил. Так, ну и в этот раз я не допущу ошибку, я попробую прям в девятку пробить. Хименес, ой, хорошо, ну все, в этот же угол пробили, и в принципе все хорошо. Хименес отлично пробил, а честный тут даже и не прыгнул. Ну, думаю, что по центру будем пробивать. Не угадал. Хименес с мячом, Хименес... Ну, здесь сложно. О, Фукс, кстати, классно отобрал. Ну, и тут же, смотрите, ошибку сделал. И вот сейчас может поплатиться за эту ошибку Вест Хэм. Но у Матюсона очень плохой удар. Да еще и с левой ноги пробивал он. Гудман, что вытворяет Гудман? Тут на фланге классно играет. И нужно обойти еще и защитника. Гудман, яй-яй, нарушение правил, двойное нарушение. Но, ох ты, мяч-то все равно сохраняется у нас. Гудман. Центр передача. И, господи ты, боже мой. Ну, какой матч. Получается просто невероятно. Мы тут разыгрываем. И, посмотрите, не успевают игроки Вест Хэма за нами. Не успевают. Домбеле уходит. Кто у них выходит-то по итогу? Непонятно, кто-то из молодежки, походу. Кто этот парень, не ясно. И Химена здесь один совершенно. Ну и честно, ну что ж ты... Что ж ты так делаешь, ты честный, ну как же так? Господи, второй мяч уже таким образом забиваем, честный. И офигеть, просто офигеть, ну это, блин, невероятно. Посмотрите, какая передача здесь пошла на Хименес. Хименес мог сразу в одно касание пробивать. Но я решил, друзья, опять по-пижонски сыграть. И это, в принципе, оправдало себя. И посмотрите, ну, невероятно, просто невероятно. Хименес... вытворяет что-то с чем-то. Красавчик Хименес, такой же красавчик, как и Фергюсон. Сегодня, конечно, честно, не позавидуешь. С одной стороны, очень глупый мяч он пропускал. С другой стороны, он затащил один из пенальти. И посмотрите, ну как же так-то, Вест Хэм, ну что ж ты валишься-то? Я надеялся на битву, а в итоге получаю какой-то цирк. Ну просто ошибка за ошибкой игроков Вест Хэма. Ошибка за ошибкой. Ох, какое подкатище. Ну мы уже тут рискуем, потому что, ну, в принципе... Что бы не рискнуть-то? 4-0 в нашу пользу. Можно и поприкалываться. Можно и попижонить чуть-чуть. Что-нибудь красивое, может быть, сделать. Ну, пенальти назначает судья. Пенальти! Нет? Не было ничего? Ну, наверное, 3 пенальти уже слишком. Так, Хименес. И снова Хименес тут пытался перекинуть, но в этот раз не получилось. Это слишком, конечно. В одно касание хотел перекинуть. Честно, за то, что он вышел из ворот. Но это, по-моему, слишком, да. Хименес! Оу! Какая красивая точка! 5-0. Невероятно. Великолепно. Просто великолепно. Оу, друзья. Ну, на последних минутах мы тут пропускаем. Гол престижа все-таки Вест Хэм забивает. Но я думаю, что этот мяч точно их не спасет. И позора. Ну, 5-1. Конечно, не 5-0. Но все-таки то же самое. По сути. Но мы уже расслабились под конец. Мы уже даже особо-то не старались здесь. Здесь вот пустая зона образовалась. Но никто не держал Адама. И он забил. И все, друзья. Все. Конец встречи. Кубок достается Болтону. И посмотрите на болельщиков Болтона. Они счастливы. Ведь их команда только что завоевала дубль. Хименес оформляет покер. Фергюсон забивает потрясающий мяч. А Адам Идам забивает гол престижа. Вот так вот и заканчивается данная встреча. Невероятный
перформанс выдал клуб Болтон. Просто невероятный. Красивые мячи. Мячи просто на заглядение. Залетали сегодня. И Болтон завоевал данный кубок по праву. Я считаю, что все по праву. Считаю, что все заслужено. Болтон чемпион Emirates Cup. Вот так вот. Ну и чемпион АПЛ. И кубок над головой поднимет наш капитан, центральный защитник. Тот самый паренек, который с самого почти начала становления клуба находится в нашем составе. Самый возрастной, по-моему, игрок, если я не ошибаюсь, на данный момент. И вот памятное фото. Вот эти вот все игроки сегодня старались, пыхтели. Да они не пыхтели-то особо. В принципе, на протяжении всего сезона ребята просто работали, чтобы взять вот этот трофей. Ну и взять АПЛ. Великолепный матч получился. И просто какая красота сегодня залетала. Какая красота залетала в этой встрече. Конечно же, лучший игрок встречи — это Хименес. Сантьяго Хименес. 10-0 оценочка. Он молодец. Ну а мы, друзья, заканчиваем данный сезон. Подводим итоги. И, в принципе, скоро начнем новый сезон. Получили свой призовой фонд. 4 миллиона. И тем самым прибыль выросла просто до космических масштабов. 511 миллионов заработал Болтон. Потрясающе. Уже можно и стадион начать перестраивать, чтобы больше народу ходило на футбол, чтобы больше народу смотрело на наш клуб. И, друзья, давайте сейчас симулируем до последних дат, чтобы уже все результаты были известны. Там единственный, конечно, результат остался — это Лига Чемпионов. Но все равно ждем, ждем. Ну и вот мы наконец-то узнали чемпиона Лиги Чемпионов. Это Милан. Это великий клуб Милан. Именно он становится обладателем Кубка Лиги Чемпионов в сезоне 2028-2029. Ну а Лигу Европы выиграл Интер. Итальянские клубы снова тащат. Так, ну и давайте быстренько взглянем на топ-бомбардиров. В премьер-лиге это Хименес. Поглядим по сам здесь Педри. А по сухим матчам, увы, Бажич все-таки проиграл борьбу вратарю Лестера. И, друзья, я сейчас другие результаты быстренько покажу вам. Думаю, что не будем сильно акцентировать внимание на кубках, потому что, в принципе, результаты-то понятные и ясные. Я думаю, что Карабао Кап и Эмиратс Кап не так интересно. А вот в Лиге Чемпионов тут, конечно, все интересно. Йота, либо Жота, стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов. Хименес, кстати, по сути, должен был быть лучшим, потому что ему потребовалось на то, чтобы забить 9 мячей всего 7 матчей, но Жот поставили выше. Поглядим по сам Симмонс, это который Хави Симмонс, тот самый второй Хави, по крайней мере так говорили ранее. Ну и по сухим матчам Донарума. В общем, Милан в этом году просто потрясающе провел сезон. Ну и нужно будет, конечно, друзья, также заценить бомбардиров Лиги Европы. Поглядим по сам, кто лидирует. И, кстати, берите себе на заметку вот этих игроков, потому что именно они в будущем будут тащить у вас в карьерах. Просто посмотрите внимательно, кто будет тащить, и купите их к себе, и все. Дело в шляпе. Кстати, возможно, многие уже регены, то есть сгенерированные игрой игроки. Да, нас тут списали несколько миллионов, не знаю за что. Ну и, в принципе, друзья, в домашнем успехе мы все взяли, а вот в общих задачах нам тут не удалось многого достичь. Да, поэтому рейтинг 66. Ну, не хочу подписывать трех человек из-за континента Азии. Странные, конечно, задачи у нас были. Зато финансово все замечательно. В развитии молодежи, конечно, мы вот как раз и провалились. А вот по сухим матчам мы тоже, друзья, не выполнили планку. Удивительно. Много пропускали, не знаю, с чем это связано, непонятно. Теперь пришло время подвести итоги, кто был лучшим игроком состава. Конечно же, это Хименес. 41 мяч наклепал за весь сезон, 51 игру сыграл. Это уровень золотой бутсы, по-моему, если я не ошибаюсь. Педри в итоге наколотил 24 мяча, Паласиус 21. Но по глимпасам лидерство взял Педри. И остальные игроки, вот они на ваших экранах, можете так оценить, кто сколько выходил, кто сколько играл. Кстати, Заоре играл даже 11 матчей. Ну и, в принципе, даже резервного голкипера выпускали. Годман много тоже сыграл, но, к сожалению, сильно не отметился активными действиями. Хоть и прибавил в рейтинге плюс 5. За сезон неплохо прибавил, но, друзья, впереди у нас концовочка сезона. А, в общем, заканчиваем сезон. Быстренько просмотрим тут все предложения. И, кстати, предложение поста тренера в сборной Германии. Нет, отклоняем. От сборной России уже сами они отозвали предложение, потому что видели, что я их игнорирую. Ну и пришло время подписывать, конечно, вратаря. Мейсон Фокс
переходит в наш состав. Наконец-то. У нас теперь есть вратарь, еще один. Очень надеюсь, что он будет развиваться, потому что есть один вот этот паренек. Ему, кстати, уже 22 года. Ну, я ожидал большего развития. Но есть еще 16-летний парень, которого тоже все очень неплохо. Ну и многие игроки выросли в рейтинге в этом году. Меня многие порадовали. Вот Годфрей вообще 79 рейтингом стал. Это опорник будущего. Будущего нашего состава. И если вдруг произойдет такое, что Паласиус или Фергюсон захотят уйти, я думаю, что Годфрей может неплохо так их заменить. Ну, надеюсь, что такого не произойдет. По крайней мере, пока мы не возьмем кубок Лиги Чемпионов. Но я хочу еще посмотреть на один момент. Мне интересно, как в этом году в своем чемпионате сыграл Милан. Потому что Милан, конечно, взял Лигу Чемпионов, но как дела обстояли в чемпионате, это прям интрига века для меня. Так что будем сейчас смотреть, будем смотреть внимательно. И смотрим, что там происходило. Ну что? А вот и Италия. Вот она, серия А. Милан в итоге занял 6-ю позицию. Серьезно? На 30 очков отстал от Наполи. А взял Лигу Чемпионов. Что? Неждан. В Ла Лиге чемпионство взяла Барселона. И тоже отрыв просто существенный у Барселоны. А в Бундеслиге Боруссия Дортмунд с минимальным отрывом взяла чемпионство. Кстати, Боруссия могла взять требл, насколько я понял. Они выиграли и кубок, и выиграли бы кубок Лиги Чемпионов, если победили бы в финале, да еще и Бундеслигу взяли. Вот у них мог быть требл. Но не фартануло, не повезло, а вот Франкфурт, реально, друзья, вырос. И вырос офигительно как. Так, ну пришло время заканчивать, в общем, этот сезон. Очень много в этом сезоне мы, друзья, увидели, очень многое узнали, и игроки, кстати, вернулись из аренды. Пейн вернулся, и Венес вернулся. Ну а мы заканчиваем сезон, приступаем к новому сезону, где мы просто обязаны брать уже Кубок Лиги Чемпионов. Ну, либо в будущем обязаны взять Кубок Лиги Чемпионов, хотя бы должны дойти до финала. Я хочу увидеть Болтон в финале ЛЧ, и надеюсь, вы тоже хотите это увидеть. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. 1500 лайков, я иду пилить новый выпуск, иду пилить продолжение. Осталось совсем чуть-чуть, осталось всего 3 выпуска, если я правильно считаю. Именно поэтому, друзья, давайте поднажмем, закончим этот проект и потом приступим к новому. А может быть, закончим чуть позже. В общем, не знаю, когда будет конец, но 3 сезона минимум осталось. В общем, все. Продолжение следует.